Короче, сегодня мы с Вованом идем в общагу медучилища. Будем там медсестер практиковать. Актерская карьера Антона Богданова началась с известного ныне сериала «Реальные пацаны». Через некоторое время актер решил покинуть проект, и сейчас у него много предложений по съемкам. После многочисленных мимолетных романов Антон Богданов встретил свою будущую жену Полину. Они оба были тогда студентами. После 8 лет отношений пара решила сыграть свадьбу. В том же году Полина родила Антону сына, которого назвали Демьян. После рождения ребенка в семье начались ссоры. Во время очередной ссоры жена Антона Богданова сообщила ему об измене с его лучшим другом Станиславом Тляшевым. Он известен зрителям по роли Эдика из сериала «Реальные пацаны». Слушайте, а нафига вы таблетки в холодильнике храните? Че, холодненькие любите? Фу, блин, воняет как в больнице. Антон простил супругу, но брак спасти ему не удалось. В скором времени Полина и Станислав поженились и уже воспитывают совместного ребенка. Когда Антон и Станислав встретились на съемках сериала, то сразу же подрались и долгое время даже не здоровались. Сына Демьяна Антон забрал из Перми в Москву, и мальчик по сей день живет с ним. Дело в том, что из-за сурового пермского климата Демьян часто болеет. Сейчас Антону Богданову 36 лет. Он успешный российский актер, сердце которого пока свободно.